Пресс-служба ФСБ России заявила о предотвращении массовых убийств в нескольких регионах страны. По сообщению РИА Новости, задержано 13 человек, которые готовили преступления в учебных заведениях, зданиях силовых структур и местах массового скопления людей. Хочется? Мне тренить. Все понятно? Виктор, Федеральная служба безопасности. Все, посмотрите и сюда. Там просто под коробкой непонятно, что там за еще коробка какая-то. Теоретически, грубо говоря, должен вещество детонировать, если там взрывчатка. Простая, типа классическая. Да. Но это, так как это металл, вот это, он же будет поражающий элемент. То есть это не просто будет взрыв, да, как обычно, тротиловая шашка. 11 человек из задержанных являлись участниками закрытого интернет-сообщества одной из социальных сетей. Об этом сообщили в пресс-центре ФСБ. Планы преступного характера подтверждаются личными дневниками задержанных и информацией, которая хранилась в мобильных телефонах и компьютерах. Также у подозреваемых были изъяты инструкции по изготовлению взрывных устройств, схемы нападений, 4 готовых самодельных бомбы, а также хранящиеся с нарушениями травматическое, холодное и охотничье оружие. Более детальных подробностей спецслужба не сообщает. Возраст задержанных также пока не разглашается.